сзади нас он куча. Бензин на 1 цент дешевле, чем солярка. Опять 25. Ну, я сегодня заправляю бензин. Напугала сейчас женщина. Стою машину, заправляю. Подошла к мусорке, давай бутылку искать, чтобы, ну, этот, сдавать, да? То есть раньше я видел, что там какие-то бомжи собирали бутылки. Тут женщина такая, ну, пенсионного возраста. Выглядит вроде прилично, я напугался. Только раз подошла такая мне эту бутылку. В мусорке давай искать. Я только разворачиваюсь, только пистолет хотел на место повесить. Такой, куда ты взялась, блин? Подкрылась незаметно. Так, заправил полный бак. Есть кое-что. Хотел, по идее, поменять мои зимние колеса опять на летние. Да, вы не ослышались, потому что через неделю... Ой, я включил музыку камина. Классно. В автомобиле. На фоне такой каминчик. Потому что через неделю я буду менять автомобиль. Да, этот автомобиль. Вот этот вот, который вы уже не по одному влогу видели. В принципе, здесь мы на этом автомобиле в отпуске были и все дела. Он уйдет. Он реально уйдет. Автомобиль продан. Не хотят принимать автомобиль мой с зимней резиной. Покупать у меня автосалон тоже не стал. Мне так сказали. Ну, вернешь автомобиль на летних колесах. Зимнюю резину можешь сам продавать. Приват по объявлению. Так я и сделал. Так что план таков. План был исполнен. Подписаны документы. Да, в этот видос уже, конечно же, видите. Я уже все сделал. Сейчас я еще еду на этом автомобильчике. Потому что, ну, видос был чуть-чуть записан пораньше, наперед. Короче, тема такая, то что я говорю, все очень просто в этом плане, то есть пригоняю на автосалон автомобиль, оставляю его там, мне дают автомобиль в аренду, ну, бесплатно, я за него платить ничего не буду, мне надо будет только бензин на нем сильно не прокатывать. Короче, автомобиль дадут на прокат, по нулям сказал. И получается, я автомобиль свой ставлю, пройдет там сутки, пройдут, на вторые сутки я приеду, автомобиль, который на прокат мне давали, его оставляют там, и с номерами автомобиль именно тот, который я уже заберу домой, то есть его поставят на учет, у него будет тот же самый государственный номер стоять, все, такие вот делишки. Поставлю назад летние баллоны, я обязательно еще запишу видос, плюсы, минусы на память себя, ну и соответственно потом будет уже дальше больше. Так что продолжение следует, скоро увидите новый автомобиль, а между делом еще будут какие-нибудь путешествия, мотопутешествия, влог какой-нибудь, может быть, будет, не знаю, всякое бывает, то есть много чего еще впереди. Много чего еще не смонтировано. Покажем, что записывали летом 23-го года. Такие вот дела. До скорой связи. Продолжение следует.